Всем привет, и тут привет. Вот первый, так сказать, тест-драйв лампочки. Я немножко уже позанимался. Вроде как приспособился, привык. Извиняюсь, что вот так снимает, рябит. На Митсубиси на двери есть вот такая у нас вмятинка. Попробуем ее сделать. Почему-то снижит. Камера снижит, конечно. Сейчас попробуем на теплом свете. Все равно, зараза, снежит. Что ж такое? Ну да ладно. Попробуем клеевой для начала. Посмотрим, как дальше будет. Вот так это все выглядит. Сейчас приклеился. Посмотрим, что получится. Ну что же, с этой вмятинкой все скучно получается. Клеем я тут нянчил ее. Она, грубо говоря, как была, так и осталась. Пришлось разобрать обшивку двери. И тут небольшой сюрприз получился. Там есть вот усилитель. Сейчас покажу. Вот. И вот под тем усилителем, вот в этой части, вот здесь, где мой палец, находится как раз данная вмятина. Вот она. Точнее, даже вот тут. Под этим усилком. Не хочет она выходить. Поэтому сейчас мы туда засунем крючочек. И будем ее выдавливать. Вот таким образом. Вот он, крючочек у меня такой широкий. Зазорчик там очень даже большой. Вот, и поэтому, вот, как мы видим, там, грубо говоря, и он, палец аж залазит. Вот, и таким образом, вот таким крючочком, вот он, можно там поковыряться. Вот, и, естественно, взять и вот эту вот красоту немножечко подправить. Поскольку я тут, еще раз повторюсь, клеем ковырялся и не очень удачно. Вот теперь я решил залезть в дверь и навести порядок. Вот она, наша вмятина. Кое-как я ее выковырял тут. Вот. Сейчас буду дорабатывать. Поскольку вот такая вот красота, я специально снимаю, как говорится, в невыгодном ракурсе. Вот. На самом-то деле ее уже тут трудненько заметить будет. Вот. Но ее еще надо доработать. Довыкать ее, дотыкать, подпробить, подразровнять. Вот. Но уже как бы, скажем так, по сравнению с тем, что было, уже это более-менее ничего. Опять же, повторюсь, снимаю в таком ракурсе, чтобы, так сказать, как можно страшнее она выглядела. Вот. Так-то она уже более-менее, можно сказать, потерялась. Продолжаем работу. Еще тут вот шишмарик. Конечно, так красиво, как хотелось бы, быстро и хорошо сделать не удается. Но, тем не менее, если долго мучиться, все равно получится. Вот так это снаружи выглядит. А вот так в лампе пока что. Чуть, конечно, поверхность поковырялась, но я думаю, это полировкой все уйдет. Вот так вот получилось. Сейчас
3000-ка чуть шлифану, вот видны вот эти артефакты. Ну, частично тут я нахудожничал, а частично было от того, когда, видно, дверку открыли. И ну, а так вот такая вот картина. Практически так нифига не видно. Вот, только если в лампе. Финишная часть ремонта. Вот здесь у нас артефакты остались. Сейчас я отмочил шкурку 2000-ную. Вот, и сейчас пошкуримся чуть-чуть. Есть у меня такой волшебный брусочек из кусочка обыкновенной деревяшки. Вот, и в стаканчике замочил вот шкурочку 2000-ку, чтобы она немножко пришла в нормальный режим. И теперь можно пошкуриться. Вот оно наше это место. И берем мы его вот таким на брусочке, на жестком 2000-кой. Немножечко зашкуриваем. Но я снимать не буду, мне сейчас это неудобно делать. Я сниму потом на финише уже все. Кто с этим, как говорится, связан, те все все знают, все понимают, как бы, ну, решил заснять. Вот, как видно, ничего даже внутри там нету. Все вышло. Даже вот здесь вот рядом там какие-то, ну, пошагрение чуть крупнее. Было вот здесь вот. Вот. Все ровно, все нормально, все красиво. Осталось теперь пройдусь, есть у меня трезак такой. Вот это 3000-ная уже шкурка. Вот. Пройдусь им на шлифмашинке. Вон она лежит, ждет своего часа. Вот и полирнусь, и все, работа как бы уже завершена почти. Осталось дополироваться и все.